жители, граждане обращаются в Усманск автодор в письменном виде, оговаривают проблему. Мы создаем группу по организации дорожного движения, осуществляем выезд, рисуем, то есть именно организацию дорожного движения, возможность установки, законность установки лежащих полицейских, и проводим такие работы. Но ориентировочно, то есть все равно мы ориентируемся, то есть это на социальные объекты, детские сады, школы, то есть да, это все законно, вполне возможно, после обращения в службу Смоленского ФАДа. А в рамках комиссии по безопасности дорожного движения эти вопросы можно решать? Да, конечно. Это, конечно, да. Угу.